Всем привет, друзья! Привет! Мы добрались сегодня наконец до деревни, починили свою машину. Фух, устали немножко, разгрузили машину сейчас. Кругом. Хлам. Непонятно, что вообще происходит. Надо сейчас как-то придумать, куда убрать все наши вещи. Потому что надо убирать будет стены, ломать. Сейчас покажу вам. Вот. Вот это вот все надо будет убирать. Вот эту вот часть. Значит, надо будет снимать обои. А тут у нас куча всего, короче, вещей всяких разных находится. Сейчас я закреплюсь. Вот. И в общем, все вот это надо убирать, ломать уже, в принципе, начинать. Но для этого надо сначала разложить вещи, где-то положить еду, которую мы сюда привезли. Сделать воду. Да, воду хотя бы подключить, не знаю, сосед нет пока. Вот надо дождаться соседа, чтобы он помог нам подключить воду. Он тут знает, как все устроено, мы тут не знаем пока ничего нигде. Вот, и, наверное, расчистить надо еще будет снег на его дворе, до колодца и до второго, до старого дома. Там вот, чтобы какой-то сарайчик организовать хотя бы в нем, пока хлам в него стащить, что-то там может прибрать. Не знаем ничего, что там творится. В общем, сейчас отдышимся и начнем чем-то заниматься. Пойдем посмотрим, что муж мне делает. Это наш сад. А сзади там еще длинный-длинный огород. Он чистит. Ой, холодно как. Уже тропинку к колодцу прочистил. Водички принес. Ой, солнышко светит. Эй, ты где? Привет! Че, как дела? Нормально. Нормально? Дальше посмотрю, может они вот сюда поместить. Ну надо температуру посмотреть какая-то. Да, температура ладно, жидко, пофиг. Ну мороз-то им тоже не пофиг. Или туда напротив. Я здесь просто смотрю лисьи следы. Они бегают тут, значит. А получается, напротив дома, может быть, в лесу увидеть. А здесь во дворе вряд ли. Че там? Здесь здорово, конечно. Ну-ка, пойдем посмотрим. Ой! Сейчас мне снег засыпется в ботинки. Ой, тут, наверное, будет плохо видно. Короче, тут неплохой такой, типа сарайчик. Мы под пол не провалимся? Страшно с таким полом. Ой, конечно, тут жесть. Вот, и... Мокряком тут неплохо было. Ну здесь, слушай, здесь прям холодно. Очень. Дырок вон сколько. Дырок я не узкую, ничего. Здесь сен... очень холодно. Сено, вот оно им. Они тут вся очень хорошо чувствуют. Ладно, пошла я дальше дома разбираться. Вот такой купили мы насос. Станцию Вихрь 850 на 50 литров. Бачок вот этот, вот он, и сейчас будем ставить ее вот сюда, вот ее надо, вот тут подводка есть, труб, сейчас все это надо прикрепить, у соседей пойти взять воды налить, ее надо заполнить сначала будет станцию, чтобы она с водой работала, и прогнать, чтобы она накачала, в общем будем этим заниматься сейчас. Немало воды налить? Ну а кого, куда ты будешь лить, она все под все это. Встало. Да конечно. А то может воздух сейчас пробить. О, да подливать будем еще. Ты что думаешь? А, ну давай тогда пробовать. Как? Я немножко не так по себе делал, но. Что придумать-то? Работает. Такие холодные. А кто ее знает? Она. Какая там куда подключена? Право горячая. Давай попробуем по-простому, тогда уже будем делать. Я не знаю, какой я там куда кран какой. Закрыл, главное закрыть. Все, закрыть.
Булькает что-то. Вода. Всем привет, друзья! Новый день у нас настал. Вчера успели за день только почистить снег немного, кое-где, и поставить станцию. Прокачали все, вода теперь у нас в доме есть. Обнаружили, что у нас там на горячую воду кран лопнутый, вот надо его сейчас поехать купить, поедем в райцентр сюда, в город. Что-то показывает 37 километров, что ли, от нас. Вот, поедем сейчас купим все необходимое, вернемся сюда, все уже подключим, чтобы ничего нигде не капало, не текло. Потом собрать шкаф надо в прихожей, там в коридоре, чтобы вещи было куда-то тащить. Вот там весь вот этот хлам у нас лежит пока. И, наверное, начнем ломать стены потихоньку. Там еще вам все покажем. А еще мы с утра делали зарядку на улице, на свежем воздухе. И это было круто. Да, кстати, мне тоже понравилось. Я же говорила. Было здорово, да. А еще всех мужчин мы поздравляем с праздником, с Днем Защитника Отечества. Всем здоровья, счастья, благополучия в семье. У кого нет семьи, быстрее ее приобретать. Желательно с такими женами, как у меня. Я вам рекомендую. Вот. Это мозг. Вот. Ну, тут надо смирение побольше. В общем, всего-всего и побольше. Главное, чтобы это было с толком. Еще увидимся. Как-то так. Да. В общем, еще сегодня встретимся. Поехали мы. Что ты там делаешь? Разгребаю. Что, тебе заняться нечем? Действительно, поехали. Мы, короче, выехали в наш районный центр. Смотрите, какая у нас красота. Все белое, все вообще блестит. Классный, самый класс. Поля такие, солнце. Тут особенно, смотрите. Просто сказка. Морозка. Пойдем в лесу, меня оставишь? Может, Дед Мороз придет с посохом с волшебным своим. Приеду к тебе с приданным. Больше тебе сказано. Красиво. Вообще. Ничего не скажешь. И что, там уже стела наша стоит? Или не ошибаюсь? Да, да. Это близко? Ним, конечно, по сравнению с другими машинами. Прямо страшно управляемо. Чувствуешь, как ее всю вот на снежной дороге так прям носит. Особо не разгонишь такая. Машина для меня как раз. Я люблю быстро ездить, а на ней... Она прям смиряет, так нельзя быстро. На ней особо не поедет. Больше сотки едешь, она вся вибрирует в разные стороны. Прям ограничительная скорость. Лучше любого антирадара действует. Интересно, как я смогу на ней ездить? Посмотрим. Так. Нам налево здесь, да? Да. Ой. Никому уступать не надо. Так сегодня праздник. Все дома сидят. Да. Отмечают причем. Смотрите, как блестят деревья на солнышке. Съездили в райцентр. Купил все, что надо. Собрал шкаф на кухне вот этот. Шуруповерт пока у меня сел. Жду, когда зарядится. Доделал тут сюда полочки надо. Вот тут на уголке они крепятся. Потом попробую подцепиться где-то, сделать свет на улице, чтобы светило на дорогу, когда выходить. И розетку надо сделать для насосной станции внизу, а то не дотягивается на удлинители. А там посмотрим, что успеем еще сделать. Как оказалось, не так быстро все делается, как хочется. До ящика даже не успел добраться. Сделал свет вот здесь, на улице. Светило. Теперь там будет гореть все. Но пока рано, наверное, включать. Сейчас пойду покажу вам самое главное наше сегодняшнее приобретение.
даже не приобретение, а подарок, который нам сделали наши соседи в честь нашего переезда. Вот они, мои хорошие. Не бойся, хорошие мои. Вот нам подарили семейку уток. Одного селезня и трех самочек уточек. Вот теперь будут у нас здесь проживать хорошие. Не бойтесь. Сейчас я им водичку заберу. Замерзла у них вода. Теперь, наверное, уже завтра принесу много. Сегодня они все равно ее не попьют. В общем, вот такие вот подарки нам делают наши соседи. О, вечер добрый. В общем, что-то казалось, все так быстро делается. Оказалось, не быстро это все делается. Стену ломать мы так и не начали. Да даже много чего не успели. Станция. В общем, даже розетку для станции, которая для воды, не получилось. Не то, что не получилось сделать, не успел сегодня сделать. Съездили сегодня в райцентр. Там купил диод, такой фонарь, повесил на улицу. Теперь у нас освещается перед домом все хорошо. А то тень хоть глаз кали и выходили. Соседи уток подарили, обалденно вообще, конечно, мы рады очень. Теперь... Принесла утку сама. Да, я вот. И что? Ну и дома так отмывали, в основном, потому что срач везде, и очень много, хотя бы там вот в районе кухни порядок навести. Дел много. И не знаю, но, наверное, будем пытаться завтра. Вот завтра надо будет розетку сделать под станцию. И попробуем завтра начать ломать. Шкаф дособирал. Надо в него еще вещи будет перетаскать. Кажется, все так быстро. Сейчас я вот это сделаю. А на часы хоп и вечер. А полки нету? И когда это сделать? В общем, вот это даже снимать не знаю, когда было. Пару раз за день думаю, сейчас надо отснять, что делаю, как делаю. Потом думаю, сейчас я пока камеру включу, я опять время потеряю. И вот как-то мы вот так вот. Сегодня такое вот видео у нас. Не знаю, постепенно привыкнем, наверное, будем как-то совмещать нашу работу вместе с камерой. Сегодня кошку потеряли в пустом доме, представляете? Да, кошка у нас сегодня куда-то забилась. Мы все разговаривали о том, что невозможно в пустом доме без с голыми стенами куда-то спрятаться будет кошки. Я не знаю, куда-то она спряталась опять, она у нас любит прятаться. Вот. Сегодня рассказать-то больше нечего. Будем стараться снимать как-то почаще, как-то пособранней. Пока не знаем, как будет получаться, пока получается так, как получается. Как умеем, чем богаты, тем рады, в общем. Вот и все тогда на сегодня, получается. Всех обняли. Пока-пока. Всем привет, друзья. Новый день у нас настал. Вчера то, что успели... Нормально. Новый день у нас настал. Давай, что-нибудь еще договори. Что ты там не договорил дома? Ого! Да даже много чего не успели. Под эту станцию, как она называется? Станция. Вихрь. Нет, а станция какая? Оранжевая. Вода, чё она? Станция. Короче, станция для... Ну, как она называется? Водонасосная. Наверное. В общем... Которая дает воду в дом. Все. Пока, скользи всем. Мармунечка. Пока, телезрители. Спасибо, до свидания.